наезд на пешехода вы совершили? Да. А зачем с места ДТП скрылись? Я как скрылся? Я же остановился, я же никуда не уезжал, ничего. Я же ее, давай поднимать и все. И спрашивал, что у нее, как у нее, куда ее, может быть, ее увезти в больницу, может быть, что, какую-то помощь ей надо. Нет, она все на броне. У нее все было нормально, все, она ходить может, все у нее в порядке, все. Вы решили оставить ее там, правильно? Ну, оставить ее. А что с ней сделать? Я что, ее на голову посажу и потащу на себе, что ли? Она никуда не хотела идти, ничего, она села там и все, и сидела. Алкоголь вы употребляли? После уже. Дома. Дома? Я ушел домой и дома напился нафиг. Жене сказал, что машину надо забрать, машина там-то, там-то, все. А вы пешком покинули это место, правильно? Да. То есть машина стояла на месте, а вы ушли пешком? Да, машину я оставил на месте, где вот ее стукнул, где она забежала под колеса, можно сказать, бегом. Я от нее уезжал, а она бегом бежала под меня. Все ясно, спасибо.